Приветище, и мы продолжаем его огроменную, гигантскую историю. Ведь в прошлой серии он впитал огромное количество реликтов и стал невероятно здоровенным. Наверное, с пятиэтажный дом. Ты только посмотри на него. Глава 3, часть 4. Преобладающие силы. Ну что ж, пойдем раскидывать, разматывать всех. И да, спасибо всем за комментарии о тайниках, которые я упустил. Ты посмотри только, орк на меня прыгнул. И его откинуло от моих шипов. Смотри, просто подбегаю его и избиваю. Круто. Ну ладно, вот этого я, наверное, не собью так просто. Потому что он здоровенный. Довольно-таки крупничок. Пышечка, я бы сказал. А, ударил меня все-таки негодяй. Забираем янтарь. Блин, ну таким здоровым я еще никогда не был. Да, мне руку повредили, смотри. Видишь, вон искры. Это значит, рука немножечко потеряла реликтов. Вот это все сносим нафиг. Ох, да, как я обожаю крушить, как Халк. Ощущаю себя реально Халком. Бах, бабах. Вот сюда могу забежать. Не-не-не, никто в меня стрелять не будет. А это что такое? Там реликты, отлично. Реликты нам нужны. Не забываем про тайники. Все смотрим, хорошенечко ищем. И если я что-то упускаю, напоминаю, нужно написать об этом в комментариях. Потому что я возвращаюсь и собираю это. Так. Ай, да, танк, кстати, больно бьет, я тебе хочу сказать, но я быстро его размотал. А вот этих я просто собью. Вот и все, вот и все. Че, я могу танк взять? Оу, воу-воу-воу-воу, вот это круто. Вот это я понимаю, пошли. Мне нужно куда-то танк, подожди. Танк нужно сбросить и янтарь собрать. А можешь танк положить? Да, танк мы выкинули. Просто тут янтарь был, надо было его вот по-любому собрать. Он пригодится, нам мульта нужна, потому что там такая арена здоровая. Ага, главарь сбегает. Щемится от нас до сих пор. Так, ладно, давай назад отойдем. Посмотрим, что у нас здесь. А здесь тайник, ну ты посмотри. Как хорошо, что я оббежал. Назад отбежал. О-о-о, вот эти штуки нам очень нужны. Аметистовые реликты. Напоминаю, что у меня их уже... Это третий получается, да? Они увеличивают защиту до максимума. Если мы соберем, конечно, все их. Мне нужно еще 17 штук. Ништячок. Все, блин, нога, конечно, повреждена. Надо где-нибудь реликтов подсосать. Смотри, какой-то малышочек сидит по сравнению с нами. Можно просто бежать на самом деле. А, нет, просто бежать не получается, нужно удар наносить. О, здесь, смотри, тайник. Что-то как-то дофига тайников. Ништяк, ульта есть. Одну ячеечку янтаря собрали. О, он убрался. Он спрятался в танк, этот маленький... Маленький орк. Так, а тебе я сейчас просто кину. О, да. О, да, вот это я понимаю. Чувствую силы, просто... Я чувствую, что я невероятный Халк. Да, я... Нет, невероятный Нек. Да, стоит назвать серию именно так. Ну, чё, кто там? Ты идешь ко мне? Вон, реликты, кстати, вижу. Как бы тебя ударить? Как бы тебя уничтожить? Вот так вот. Недолго думаю, просто вшатал его. Реликты есть. Здоровье пополнили. Шикарно. Я бегу, бегу, бегу. Эту штуку... Ой, там танк. Там у него поле защитное. Ну, раз такие дела, мы сделаем вот так вот. Получили. А, смотри-ка. Танк так просто... Прыгай, прыгай, прыгай. А, поле защитное, поле защитное. Черт, опять защита. Ай-яй-яй. Ну все, пора уже. А, немножко переборщил. Надо было танк оставить в живых. Ну, в смысле, чтобы его бросить потом. Ладно. Забор давай расшатаем просто. По красоте сделаем здесь. Нет никаких заборов. Надо максимум нанести урона этим оркам. А тут, кстати, нет тайников никаких? Нет. Тайничков вроде никаких. Ладненько, бежим. Бежим, бежим. О, реликты, реликты. Пополним здоровье. Все, фул здоровье. Ништяк. Сносим. О, роботы. Напоминаю, что Виктор этих роботов направил на нас. А сейчас это просто выступление, что типа орки на него нападают. Виктор еще тот гад. Здорово, чуваки, вы меня ждали. Орки такие, твою ж налево. Че это за фигня? Это подмога. А, это подмога. Бегите на лестницу.
Все, Нек — это мой самый любимый персонаж. Он круче Железного Человека. Да нет, ну, как бы, не надо сравнивать. Ай, все, я заболтался. Сейчас надо это все... Вот здесь нужна была ульта. Начнем с маленьких танков. Так проще будет. Черт, а как это от него отскочило? Или это он свой заряд спустил? Мне показалось, что вот этот танк бросил снаряд в свой же танк, и от него отскочил снаряд. Ну, выстрелил, в смысле. Да как ты так попал по мне? Я же уворачивался. Подожди, танк исчез. Как такое возможно? Я хотел его взять и кинуть в этот мощный щитом танк. Так несерьезно. Все, меня... Ну, лучше пусть меня разнесут. Я сейчас повторю. Так, вот этот... Блин, да вы чё? Капец. Давайте уничтожайте меня. Нет, я так не хочу. Ударьте меня. Просто уничтожьте. Смотри, орки вообще мне ничего не делают. Просто стоят и смотрят на меня. Так, все. Взяли свои реликты в руки. И давай разносить всех. Оп. Вороты действуют, но они такие вяленькие, конечно. Я очень большой. Там вот я вижу. Прыжок. Отлично, открыли. Берем. Эх, надо было прикрыться. Надо было прикрыться этим танком. Че, пупсики? Выхватили. Ладно, берем вот этот танк. Ух, пронесло как. А, да. Берем танк и кидаем сюда. Вот как я хотел изначально сделать. Наверное, янтаря возьму. Есть у ворот. Чуть-чуть янтарчика не хватает. Ай-яй-яй-яй-яй. Я думал, что... Ну вот, один удар ему оставался. Чуть-чуть не успел. Еще танки. Ладно, хватаем этот танк, кидаем в них. А этот танк исчез уже. Не круто. Еще янтарь подкинули, отлично. Все-таки задели, гады. Хорошо. Хорошо, хорошо. Как ты в меня попал? Я же подпрыгнул. И все сначала? И все сначала? Так негоже. Так негоже с нами поступать. Два снаряда. Получил. О, еще и этот. Как красиво вышло. Янтарь у меня вполне себе набран, поэтому мы сейчас сделаем вот так. Даже несмотря на защиту, не получилось ее пробить. Так, подожди. Да чё ж ты не кинул-то в него? Хочешь, как всегда, быстрее, но получается все через одно место. Ладно, схватываем янтарь, и там еще тайник надо забрать. Вот сюда схожу. Пока живем, пока нормально все. Что это такое? Показывайте мне. Деталь янтарной батареи. О, Нек может накопить энергию на дополнительную суперудар. То есть дополнительная ячейка янтаря появляется. Всего три детальки нужно собрать. Черт, не успел схватить танк. Ну ладно, бывает. Бывает. Мне бы реликтов, кто-нибудь тут подскажет, где реликтиков взять. Добивай, пока он не стрельнул. Красава. Можем вот сюда сходить, тут что-то есть. Что там у нас? Покажите, что там. Я что-то уже собрал, нет? Янтарь. Янтарь — это хорошо. Вот здесь можно? Нет, тут нельзя. Здоровье ни к черту. Блин, я про танк опять забыл, можно было его схватить. Но ничего страшного. Идем дальше. Вот реликты, отлично, то, что нужно. Пупсики, вы хотите со мной подраться, да, своими дубинками? Покажите, на что вы способны. Вот и все. Были пупсики, да, сплыли. О, башню какую-то ушатал. А можно еще башню снести? Нет, нельзя. Восстанавливаем ХП. Восстанавливаем по максимуму. О, крушить! Нек крушить! Снова танки. Придерживаемся той же методики. Плохо придерживается та методика. Давай еще стрельни. По поворот. Здесь вот так вот сделаем. Готов. Ай-ай-ай. Лови. Черт, не успел увернуться, я же прыгнул. Вот меня это подбешивает. Вот серьезно. Я отсюда бежать? Ладно, тогда подожди, танк. Ты мне нужен. Ты мне нужен. Поднакопим янтаря. Все, ульта готова. Берем танк. Давай, хватай его. Потащили. Жалко, этими танками нельзя прикрываться как щитом. Это было бы очень круто. Янтарчик здесь. Кидай сюда. О,
Ништяк. Вот так вот надо было изначально все делать. Ну и чё? Жалко, конечно, что у меня полный ХП, а янтарь... Ну, в смысле, реликты, которые я сейчас подбираю, они не увеличивают меня еще больше в размерах. По сюжету, видимо, пока что мне не позволяют это сделать. А я уверен, что я еще могу больше стать. Еще больше. Вот, в прыжке. Увернулся же, спокойно. Черт. Давай. О-то-то-то-то. Готов. Нормально. Живем. Что-нибудь там есть? Тайник. Ага, с янтарем. Туда уже не подойти. Ну давай, снимай свою оболочку. Все, сдох. Танчик сдох. Это тебе не мир танков, просто. Так, а куда мы тащим танк вообще? Куда мы должны идти? Вот эту стенку можно разбить? Давай сюда вот там кинем. Вот эту стенку разобьем. И вот тут вот я еще хочу проверить. А, нам вон туда, наверх, кажется. Я думал, там тайник. Подожди, давай спрыгнем. Я там же сломал, что-то там было, лежало. Ну, пофиг. Нет, так нет. Нет, так нет. А можно взять камень? Ой, и камень об меня сейчас разбился. И принес прилично так дамага мне. Вот это сломаешь? Сможешь? Осилишь? Нет, не осилит. Ладно, бежим, тайник. Вижу тайник. С реликтами, отлично. Пополняем хпшечку. Снова наверх бежим. О, как тут высоко. Давай, полезли. Ты же можешь наверх. Давай. Все выше и выше и выше. Снова танки. Ну чё, братцы, кролики? Короче, есть время, пока они залазят в танки, запускают их, можно дубасить. Хватай танк. Он сейчас будет стрелять, наверное. Ах, черт. Бура меня. Пошел вон. Проборил во мне дырку. Здоровье не ахти, конечно, но пока держимся. Что же здесь у нас? Уже бы какую-нибудь технологию собрать, а? Деталь двойного аккумулятора. Нек может накопить в два раза больше энергии янтаря и носить больше мощный суперудар. А, наносить более мощные суперудары. Такие дела. Что тут все с янтарем связано, в основном. Все технологии в этой главе. То дополнительная ячейка, то больше аккумулятор этих ячеек янтаря. И, соответственно, ульта больше урона наносит. Как бы вот так вот. Так, снова вы, да? Ну, давай сделаем вот так. Викарь! Супер викар, давно я его не юзал. Чё? Ох, нормальненько. Я думал сейчас сказать, ну чё за ерунда, ульту заюзал, а танки ещё живы. Но все сложилось хорошо. В нашу пользу. Снова пополнили реликты. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Амулет. А что в амулете интересно? Он наверняка очень важен. Нет, я не могу. И пацан улетел. И сейчас Нек вот... Нек спас. Вот вы где. Увидимся наверху. Спасибо за помощь, Нек. Да, без проблем, бро. Ты научил меня ледяную бабу делать. Это про то, что можно наращивать лед себе на реликты. Ну, делать ледяные доспехи. Ой, чуваки, здорово. Здорово. Можно я вот... Какой ты быстрый. Ты можешь остановиться вообще? Иди сюда. Здоровичок. Пухлячок. Бах. Что-то я здесь видел. А, я думал, знаешь что, вот эти вот, смотри... Сломать и взять одну палку. Ну нет, палку он не берет. Вот эти коли хотел взять. Но, к сожалению, он их не берет. Что еще сломать можно? Что-нибудь? А, минуточку, здесь тайников никаких не было. Ничего не пропустил. Вот это вот не тайник? Нет, не тайник. Ладно. Смотрим в оба глаза. Собираем янтарь, конечно же. Здесь пока все хорошо. Здания не ломаются. Я все проверяю. И снова наверх. Поползли. Давай. Сюда бочком. Такая махина ползает, это вообще. Как вот эта деревяшка выдерживает эту жирную пупенцию? Все бы уже нафиг разрушилось под весом. Здорово, чуваки.
Давай, быстрее. Не успел. Ну ладно, давай это сделаем вот так тогда. Бах! Уходим. Че, танк сломался? Нет, он что-то стоит. Без дела. Да, походу танк вырубил. Все танки сдохли. Да. Я как злодей, знаешь, себя сейчас веду. Но мы-то хорошие парни. Ну вообще четкие парни. Здесь ломать что-нибудь можно? Че, ничего не рушится? А как же тайнички? Дайте мне хоть каких-нибудь тайничков. Нифига тут нету. Янтарь только. Какой-то желтый янтарь. Как желтый снег зимой. Танки сейчас разрушат стенки, и там появятся. Да. Ну что, вы стрелять-то будете? Нет? Никто не стреляет, а вот, пожалуйста, напросился. Ай, прям конкретно напросился. Мне бы еще янтаря. Назад отходим. Еще бы мне янтаря. Черт. Ой, прям снаряд откатился. Нормально меня дубасит. Кстати, танк второй что-то не стреляет. А че он не стреляет? Тогда я в него стрельну. И не успел увернуться. Рывок плохо сработал. Ладно, а прям отсюда? Я тут ульту всю заюзал уже. Так не круто. Ворот. Вот круто было бы, если бы тот снаряд прилетел в этот танк и разрушил бы его. Черт. Давай, хватай. Бабах. Я-то тоже хватай. И вот, отлично. Хорошо пошло. Пошла вода горячая. Сейчас реликты соберем. Янтарь тоже соберем. Ульта одна готова. Танк идет ко мне на брюхо. Пошли за мной. Ты мне нужен. Ты мне нужен, братишка. Вон туда его кидай. Да, плохо кинул. Хотел янтарь собрать, а пока танк у тебя в руках, ты не можешь его собрать. Потому что нужно же его сбросить. Пацаны, ну не кипишуйте. Не кипишуйте вы. Не кипишуй. Опа. Ой, прям нормально так прилетел. Все, готов. Берем. Бух. И тебя тоже бух. Там секрет? Нет, это не секрет. Не, не секрет. Да, обидненько. Везде вижу секретики, тайнички. О, здоровье пополнили, шикарно. Я, по-моему, еще жирнее стал. А чего вы на него смотрите? Стреляли бы в него, роботов наслали бы. Он сел в какую-то машину. Признаю, танки я не строил, но вот этот полностью мой. Неожиданно. Надеюсь, он крепче, чем кажется. Иначе это будет короткий бой. Готовься к поражению! То есть ты хочешь сказать, что вот это ты создал, да? А танки не твои. Что-то как-то вообще не верится в это. Попахивает брехнёй. То есть он может собрать себе железного человека, да? Ну, экзокостюм этот. А танки он собрать не в силах. Смотри, как могу. Смотри. Смотри, что могу. Сейчас к тебе поближе подойду. Вот так вот тебе. Я в него пульнул, короче, ультой, но что-то как-то не очень. Ой. Подойди ближе. Да, сейчас, если конечно. Я сейчас тут вон ульту еще соберу, янтаря вон там. Вот этот янтарчик хочу схватить. Ага. Мимо. Мой удар. Есть. Еще удар. Есть. Ворот. У тебя даже ракеты есть. Думаешь, со мной покончено? Подумай еще. Слушай, он точно железного человека пересмотрел. Готовься бежать! Куда? Я не бегу, я дерусь. Я могу в тебя ультануть, если что. Ты не переживай. Вот смотри, вот так вот беру. Хопана. Получил. Могу еще разок. Могу даже по-другому сделать. Вот так вот, смотри. Бах! Ой, я маленький, да удаленький. Че, ты что не сделаешь мне? Так, снаряды подрывные.
Слишком тебе много! Да ты сейчас развалишься. За гранатами пошел. И это все, что ты можешь? Слушай, ну я тебе уже достаточно наковылял, а ты еще выпендриваешься? Хочешь еще, чтоб я тебе люля-кебаб наделал? Да без проблем. Надо в него кидать чем-то. Получи! Бомбочку сейчас кинет, надо ее попробовать взять. Выкосил. Давай еще бомбочку. Опа. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Отлично. Хочешь силы? Давай, покажи мне ее. Так я этого и жду, когда ты уже мощнее начнешь лупить. Ой. Ой. Сколько ж у тебя там снарядов, сколько у тебя всякого там барахла. Не подпускает к себе. А вот и я, здорово. На ему в черепуху. Время с этим покончить. Какой-то металлический мусор лежит тут. Надо бы прибраться. Так-то лучше. Порядок восстановлен. Теперь пора вернуться к более важным делам. Порядок? Какой порядок? Вы изгнали нас из всех наших городов в пустыню, и мы должны навеки поселиться там. Типичный гоблин живет только в прошлом. Не будем выяснять, кто первый напал на чужие города. Итак, откуда вы взяли оружие? Гандахар изготовил его. И где нам найти этого Гандахара? Не скажу. Он страшный. Но Гандахар еще страшней. Райдер, что думаешь? Я неплохо знаю гоблинов. Думаю, ему не понравится в такой тесноте. Подождем еще немного. И он сам расскажет все, что мы хотим знать. Что за... Виктор! Я приглашаю вас в гости, доктор. До встречи. Козлина. Козлина, ты бородка. Ай-яй-яй, Виктор, ну что ты такой я плохой? Я останусь с вождем, побеседую с ним. Ступайте, верните моего племянника. Значок вождя, приз получен. Дворец Виктора, нифига себе он отстроил. Это люди. Я думал, его дворец охраняет роботы. Здравствуйте, доктор. Рады вас видеть. Прошу сюда. Виктор примет вас. Янтарные люстры. Трудно поверить, что он уничтожил 20 лучших роботов. Поверьте, Катрина, он очень опасен. Виктор, зачем вы похитили моего помощника? Не устраивайте сцен, доктор. Я лишь прокатил его на своем флайере. Хотел привлечь ваше внимание. А посреди леса это сделать сложновато. А как же наша миссия? Мы должны были помочь несчастным людям. Выяснить, откуда пришли гоблины, предотвратить новые нападения и жертвы. Я вызывался добровольно. Потратил свое время. Если вас это волнует, можете выследить остальных гоблинов и уничтожить их. Но сейчас я работаю над кое-чем более интересным. Взгляните. Да. Именно так. Реликт весом более тонны. Да, его не должно существовать, однако он прямо перед вами. Где вы его нашли? Его? У меня десятки таких штук. Мы находимся на пороге нового витка эволюции человека. И мощь этих реликтов станет ее движущей силой. И для следующего шага мне нужен Нек. Нек? При чем здесь Нек? Нек — это ключ.
Короче, мне нужен ваш питомец. Причем без всяческих выкрутасов. Не стоит вырастать и хулиганить. Не стоит разрушать все вокруг. Что он делает? Ох, нифига себе! Глава 4, часть 1. Побег. А мы за тобой. Нек, ну ты, конечно, красавчик. Ребят, вы тут потузите, а я побежал. Глава называется «Побег», вот я и побежал. Через решетки вот так вот перепрыгну и побежал. Но жалко, не перепрыгивается. Ладно, придется спасать ваши попцы. Окей. Опа. Да я маленький. Когда я маленький, я очень уворотливый. Фиг вы в меня попадете, Ребзи. Хоть застарайтесь. Я тут вам все поломаю нафиг. Вот так вот. Вот так вот. Я бегу. О, тут реликты могут быть. Нет, тут нет реликтов. Это обычные часы были. Ладненько. Тогда здесь прошвырнусь. Хопа. Перепрыгивать? За шкафами вроде можно, да, прятаться? А, ну и за камнями тоже. А, это шкафы. На всякий случай перепрыгну. Опа! Какой я дерзкий, какой я быстрый. Ей. Это что такое? Вот тут, может, реликт будет? Реликты есть? Есть реликты. Отлично. Кажется, нам сюда... Роботы! Янтарчик обязательно нужен. Как круто, когда у него здесь вся база, весь его дворец из янтаря. Из янтарных этих светильников и люстр. Ну вы серьезно? Вот этим вот у меня хотите напугать? Знаете, таких роботов я уже столько ушатал в обучающем лагере. Какой-то интересный. Знаете, в глазик. Странненькие роботы, конечно. Это, видимо, роботы-уборщики, роботы-пылесосы. А тут, кстати, тайников никаких нет. Ты не замечал? Я что-то бегаю, тут расшатываю всех. А, про тайники забыл. Не, вроде тут тайников не было. Окей, вот сюда я пробовал забегать, если что. И тоже ломать пробовал, нифига. Люстру, люстру обязательно. Светильник, точнее. Оп-оп-оп. Блин, что-то плохо как-то. Пылесос этот ломается. Вон, другое дело. Ребят, да вы не старайтесь меня убить, у вас не получится. Только зря нервы потратить. О, вот тут что-то может быть. Давай зайдем. Что там, что там? А вот, наконец-то, тайник. Смотри. Коробочка такая маленькая. Когда я огромного размера был, и коробки были здоровые. Так, что это такое? Деталь расширителя времени. Атаки по врагам без получения урона дадут эффект замедления. Нельзя использовать вместе со счетчиком комбо. Понятно. То есть, короче, эта штука дает нам замедление, если мы круто деремся. Ну и, соответственно, получаем кое-какие привилегии в бою. От этого. Я могу вас уничтожить, ребят. Вы меня бесите. Сейчас я вот так вот сделаю. Вот и все, вот вас и нету. Они думали, я их не достану, конечно. Конечно, не достану я их. Нам в эту сторону? Да. О, еще янтарь. Янтарь, янтарек. Ты мой алый огонек. Ой, какой ты борзый. Ай, не успел. Но все неплохо. Когда я мелкий. Надаю по бубенцам, надаю по брюху и сбегу с дворца. Кстати, не видно, чтобы пацан убежал куда-то с детком за мной. Что-то они как-то... Там лесенка есть, смотри, слева. Нек, подожди! А, вот, вспомнишь, вот они. Это охранные лазеры. Смотри, вон там оружие. Коснемся лучей, нас поджарят. Но другого выхода нет. Нельзя оставаться здесь. Идем. Лазеры, значит, сейчас будут. О, привет, парни. Дратоте. Оп-оп. А чё? А чё началось-то? Бык-а сел. Я освоил нековские приемы. Теперь меня никто не победит. Ну давай, робот. Давай. Опа. На бочину уложил. Еще?
Мимо, мимо. Ой, да вы мне надоели, вы такие скучные. Господи. Господи. На тебя в глазницу. Вот и все. Как говорил мой младший брат, изи-бризи. Поднимаемся. Здесь вот что-то есть, Робот-пылесос, ну, конечно же. Парни, сюда. Пошли! Ульту юзай. Юзай ульту. А, надо было бежать. Тут-то, блин. Чё меня никто не предупредил-то? Ей, янтарь зря израсходовал. Эх. Да ты чё? Уворачивался ещё. На, мимо. Давай. Опа, опа. Пара-па-пара-па-па. Давайте ещё. Готов? Догони меня, если сможешь. Всё, дальше. Ну, там-то я просёк, что нужно делать. А, подожди. Робот, пылесос снесём. Всё, бежим. Бежим. Они же говорят, беги. Они же говорят, пошли, беги. Вот и я бегу, бегу. Вот и я бегу, бегу. Всё равно бегу, бегу. Не достанете вы меня. Я бегу, бегу, бегу. Янтарь, подожди. Да, бегим, бегим, бегим. Бежим! Плохая идея была с янтарем. Че, еще раз отсюда-то? Не попал, не попал. Ладно, янтарь не буду собирать. Ну просто у меня янтаря нет, я поэтому хотел его собрать. И видишь, как все вышло. Ай. Сейчас по-быстренькому тут все пройдем на изи. Вот и все. Распенал всех. Ну... Ради красивого распинательства можно и третий раз, как бы, посмотреть с этого места, чё, кого, как. Ладно, бог с ним, с этим янтарем. Бежим. Пошли! Бегу, 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 бегу. Вот сюда поворачиваю, бегу, 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 бегу. Нет, янтарь все-таки возьму. Ах, я еврейская попка. Мне все мало, хочу больше. Бегу, выпрыгиваю, все отлично. Делов-то. Три раза все это повторял вот ради того, чтобы... О, янтарь. Меня здесь ждал огромный кусман янтаря, а я там мелочь какую-то собирал. И три раза еще из-за этого вздыхал. Эх. На те. Ня-ня-ня-ня-ня. Опа, привет. А, чупики есть? Ой, ты в меня попал. Ты в меня попал, какой-то плохой, нехороший. Блин, а что ты такой живучий? Я вас... Ну, как бы... Ну, ладно. Сейчас сразу его разнесу, да и все. Чтоб он меня не бесил. Не беси меня, ракетник. Вот сразу надо было так сделать. Оп. Все выкусили, все счастливы. Все довольны. И я с янтарем. У меня ульта есть. У меня есть ульта. Отлично. Очень хорошо. Да ты что, хочешь меня с меча, что ли? Издевайся надо мной. Да не смей сыты свой меч. Вот так вот. О, я чуть пацана не ушатал. Хотел уже комбо ему сделать. Не выбегайте так, месье и мистер дед. Та-та-та-та-та-та. Увернулся, увернулся. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Увернулся. Увернулся. На тебе в попку. На тебе в пах. На тебе... Вообще. Все, всех отделал. А таташки. Не, когда он маленький, он очень юркий, воротливый. И его рывки очень классно срабатывают. Но, соответственно, здоровья у меня маловато. В этой форме. Приветки. Дай на пушку посмотреть. Здесь у нас реликты. Огромная куча. Но больше я от этого не стану, да? Хотя, может, и стал. Ух. Давай, уворачиваемся, уворачиваемся. Успел. А, стой, подожди. Я что-то совсем забыл, знаешь что? Посматривать по сторонам и искать тайники. Что-то ни одного вообще не встретил за это время. Хотя тут вроде как какой-то балкон, второй этаж. Тут и негде их прятать. Ну ладно, пока бегу вперед. Пока бегу вперед. Коробки ломаются, может тут есть что? Ладно, не буду ломать, а то не заберусь наверх. Хотя спокойненько забрался. Воу! На, парни, вам! Прикинь,
Прикинь, не сработала тройная атака. Ай-ай-ай. Расслабился. А чё ты стоишь? Ну давай постоим, поболтаем. Чё кого? Как жизнь? Как у Виктора работает? Зарплата устраивает? Да пошел ты. Смотри, вон там вот что-то. Вот тайник. Сломаешь? А как его открыть? Блин, как тебе открыть тайник? Тайник, как тебе открыть? Где-то должен быть рычаг. Где-то спрятан рычаг. Вон рычаг есть. Это он? Сейчас, минутку. Подойдите. Сундучок. Сундучок. Сундук. Что это за станок для бритья? Деталь комбайна. О, ну я был близок. Нек может собирать янтарь из побежденных врагов. Еще две части. Еще одна часть, и у меня будет вот эта технология. Круто. Балдежно. Опупительно. Спрыгивать надо, да, ребятки? Вы сможете спрыгнуть? Там он, наш самолетик. Валим! А Виктор бледет за нами. Самый быстрый самолет и догони их. А ведь он купился на старый трюк с радиоуправлением. Так, пора узнать, зачем Виктору эти реликты. Осталось придумать, как пройти мимо лазеров. Доктор, а как же наша миссия? Нам не нужно вернуться к дяде Райдеру? Лукас, хватит уже. Райдер делает все возможное на данный момент. А нам нужно миновать охранные лазеры. Есть идеи? Там роботы вон катаются. Да. Я кое-что придумал. Ну? Эй, Нек, видишь тех роботов? Они используют кристаллы в своих прожекторах. Давайте мы разломаем штук 20. И как же это нам поможет? Мне будет проще вам показать. Сейчас вернемся. Глава 4, часть 2. Требуется разработка. 20 роботов разломать. Да вообще фигня. Фигняшечка. Фиговая фигняшечка. Вот так обходишь их и... Побух. Один готов. Как я и думал, чистый кристалл. Ну так. Здесь момент. Момент настал. Кристалл. А сбоку можно? Можно и сбоку. С ними вообще просто. Тут такая полянка здоровая. По-любому тайники где-то спрятаны. Туда не пройти. Янтарь забираем. А здесь освещение. Если я на него выйду, то на меня сразу сагрятся. Сразу сагрятся. Я, конечно, попробую. Готов? Я займусь ими. Продолжай. Есть. Там чувачок стоит, к нему не будем пока подходить. Мы подойдем. О, тут тоже чувак. Брюлики. А, как он меня размотал-то. Нифига себе, с одного удара. Прикол. Ну, как бы я маленький, поэтому меня с одного удара-то и мотают. Разматывают. А-та-та-та-та-та-та. На, выкусил. Не успел вернуться. Очень быстро замахивается. Так, сейчас. Прям сразу на него с янтарем. Пофиг на него. Пофиг на янтарь. Нет, заберем. Готов. Уворот. По щам. Прям как бои. Пощечин. Пощечин ему зарядил такую мощную. О, еще янтарь. Да какой здоровый. Ништяк. Такие огромные осколки янтаря, и что-то как-то мало так всего дало мне. Нате. Пах. Папах. Здесь янтарь собран. Пацан, не беги туда, мы тут еще, по-моему, не закончили. Тут еще кто-то катается. Если я не ошибаюсь, да, точно, вот. Еще янтарь. Янтаря надо напастись по максимуму. Пригодится. И вон еще янтарь. Тут вроде бы все. Тайничков никаких нету. Бежим. Вот теперь бежим. Еще бы где-нибудь реликтов найти, чтобы пополнить хпшечку. Роботы, я иду вас истреблять. Взять, Нек. Взять? Я чё, собака, что ли, взять, Нек? Иди сам возьми. Чучело ты, человеческое, кожаное. Вот сюда еще зайдем.
Мы вообще никуда не торопимся. Я тут хожу, янтарь собираю, вышибаю роботов. А пацан какой-то суетной. А, здесь тоже проход, понятно. Давай вон, возьми. Возьми вот эти кристаллы. Взять, пацан. Приятно тебе будет, если я буду так говорить тебе. Вот роботы вот тут вот у нас, да? Ну давайте, покажите. О, да ты с бластерами. Ну тут. Прыжок. Вот так. Ага, отлично. Вот. Мы на полпути. Конечно, на полпути, потому что я красавчик. Без меня бы ты был в конце, а не на полпути. Ну давай, прыгни. Ты же любишь прыгать. Оп, ворот. От лазеров надо уворачиваться. И глаз ему. Как четко. Вошли мои реликты между его... Хотел между его глаз сказать, но у него всего один глаз был. Одна камера. Ничего, пацаны. Ничего. Есть тайники? Так где тайники, блин? Ни одного тайника не вижу. Какая-то фигня. Какая-то фигня. О, с одной пухи теперь вылетает. Но что-то с этим не получилось, с одной пухи. Пойдем вон тех летунов. Жбахнем. Ай. Бегу. Есть. Сейчас с этим тоже разберемся. Как я быстро всех тут выносу. Стоять. Вот так вот, давай сделаем. Готово. Готовченко. Туда пока рановато. Надо с вот этим вот разобраться еще. 15 роботов. 15, еще 5 штук осталось. Смотри, этот вообще не отреагировал. К нему Кусман металла, братюнька отлетела, а ему пофиг. Дальше поехал. Почти так. Готово. Почти готово. Еще 2 осталось, да? Вон, забирай вот эти вот светящиеся штуки. А я тут пока янтарчик наберу. Ульту накоплю. Ульта. Ты моя ульта. Какая у него огромная базука в руках. Что в одной, что в другой. Ладно, парни. Сделаем так. Была базука и нет базуки. Ну все, 20, да, получается? 20. О, смотри, тайник. Тайник. Наконец-то. Наконец-то я нашел первый тайник здесь. Ух ты, какая интересная штука. Чуть такое, первый раз ее вижу. Аквамариновый реликт, редкость 2 из 5. Используя силу аквамариновых реликтов, Нек может увеличивать силу удара до максимума. Нужно собрать 10 штук. Есть. Тогда янтарчик еще. Еще янтарчик. Здесь тоже янтарчик. Бежим дальше. Снизу там ничего нету. О, роботы сверху. Роботы сверху не видят меня. Нек, на помощь! А ты где? Дед, ну ты как всегда. А, вон как он стреляет. А то я ему до этого же не позволил даже мне стрельнуть. Ладно, давай к этим базукам, рукам-базукам подойдем. Ай, блин. Вот эти, конечно, мощные, у которых клешни раскрываются, и они, типа, натягивают электрическую сетку. Их надо остерегаться. Вот так вот сделаем. Па-па-па-ра-па-па. Готово. Я весь янтарь собрал тут. Так, спасибо тебе. Должен будешь. Я думаю, этого хватит. Нек, помнишь наш опыт со льдом? Я хочу, чтобы ты встроил эти кристаллы в свое тело. Глупости. Ого-го. Но это же невозможно. Ведь мистические энергии сферы в груди Нека влияют лишь гиперплотную на... гиперплотную материю реликтов. Да, это возможно. Эй, Нек, следующий трюк сложнее. Сконцентрируйся,
и постарайся переместить свое сознание в кристалл и просто отбрось реликты. Я круто невидим. Разрешите представить, шпион Нек. Вот это да! Теперь ты должен пройти мимо лазеров и отключить их. Детишки-матришки, а ну только глянь. Не ожидал я такого. Эта игра меня только удивляет и удивляет. Нек, какие формы ты еще примешь? Так, я могу, смотри, что-то нажать. А, и трансформироваться, смотри. Ух ты, нифига себе. Вот это круто. Это обалденно. Ну, что я тебе могу сказать? Следующая серия будет очень увлекательной. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрел. Не забывай поставить лайк под этим роликом. Подписаться, если ты еще не подписан на канал. Также на Яндекс.Дзен подпишись. Ссылочка будет в описании. Ну а мы увидимся с тобой в следующем ролике. Так что до встречи.